Привет вам, друзья! Все мы любим подборки няшных товаров из Поднебесной. Сегодня подготовил десятку крутяков. Ссылки на все товары, как всегда, в описании. Конкурс для самых крутых зрителей никто не отменял. Смотри внимательно. Поехали! Своеобразная информационная табличка с LED-подсветкой, которая работает от солнечной панели. В комплекте также идет набор цифр и несколько латинских букв. Общие размеры 17,8 на 18 на 5 см. Зарядка батареи происходит в среднем за 4-6 часов, после чего подсветка может работать порядка 10 часов. Стоимость почти 15 зеленых. Этот инструмент универсален, называется ваттметр с показаниями напряжения, силы тока, потребляемой мощности и расчета стоимости при этом электроэнергии. Также есть интересное значение коэффициента мощности подключенного устройства для выявления в потребителе реактивной составляющей. Помимо всего прочего, прибор дает нам знать, сколько по времени проработала нагрузка. Я и сам уже давно пользуюсь этим ваттметром и за все время узнал много нового о мощности бытовых устройств. Цена на сегодняшний день 11,88. Врезная выдвижная розетка на 3 гнезда 220 и 2 USB. Попросту переноска, экономящее место. Часто монтируется на кухне, на столешницу. Однако можно приспособить и на компьютерный стол. Длина и диаметр выдвижной части 22 на 5 см. Общая длина и диаметр 33,5 на 8,5 см. Есть в двух расцветках. Стоимость 30 долларов. Китайцы утверждают, что изделие качественное из прочных материалов. Продавец даже выложил видео, где по розетке стучат смешным молотком. Ручка с токопроводящими чернилами поможет как начинающим, так и продолжающим электроникам в создании и тестировании цепей. Рисуем схемы на бумаге, проверяем работоспособность и совершенствуем свои навыки. Цена изделия 14,5. GSM сигнализация Security Alarm System, о которой можно говорить часами. Если вкратце, то устройство состоит из основного блока с аккумулятором, различными индикаторами, антенной и гнездами, к которому подсоединяются как проводные, так и беспроводные датчики, а также сирена. В этот блок ставится сим-карта, и при срабатывании какого-либо датчика можно получить извещение посредством SMS либо звонка. Сигнализация имеет массу опций, настроить которые можно индивидуально под каждого. Есть возможность дистанционного управления всей системой с помощью SMS либо пультов. Стоимость от 25 долларов в зависимости от комплектации. Еще одна, но уже простенькая охранная система для велосипеда. Питание крона на 9 вольт. В комплекте пульт управления, крепится под сидушку, срабатывает от вибрации. Главный эффект – это громкий неприятный звон. Остальное уже зависит от неравнодушности прохожих и расторопности хозяина. Цена 6 вечно зеленых. Этот товар универсален тем, что используется не только в качестве фонаря с креплением на руль, голову или даже запястье, но и как пауэрбанк для зарядки гаджетов. У фонаря несколько режимов свечения, в том числе и аварийный. В комплекте идут два типа крепления, а также шнур USB, microUSB. Цена немного не доходит до 12 долларов. Грядет весенняя пора, а с ней и для кого-то любимые кроссовки с непередаваемым ароматом. Предлагаю ознакомиться с этой парой капсул, призванных устранять неприятный запах. Стоит чуть более 3 баксов. Эффект будет спустя пару часов. Однако лучше и полезнее все же изначально покупать качественную обувь. Поклонники и ценители вселенной Marvel, а именно Железного Человека, отзовитесь! Для вас, а также всех любителей оригинальных изделий, светильник-реактор Тони Старка работает от аккумулятора. В комплекте также шнур для зарядки и пульт для управления. Стоит чудо от 39 до 44 баксов, в зависимости от комплектации.
Мини-газовая плита для кемпинга «Лепесток» с пьезоподжигом. Работает от одноразовых баллонов на 220 грамм. Однако есть и переходники, чтобы подсоединить и заправляющиеся баллоны. Плитка довольно компактна. В сложенном виде диаметр 10, высота 11,5 сантиметров. Главная фишка – это раздвижные лепестки, которые защищают пламя от ветра и подстраиваются под днище посуды. Стоимость 17,29. Пару слов о конкурсе для вас, друзья. Все условия и приз в описании под видео. Многими товарами я пользовался и сам, поэтому смело жми лайк и пиши свои впечатления. Солнечного настроения!